День шахтеров, это мой очередной, я уже не помню какой забег, марафон. Меня зовут Канат Аспанов, 55 лет. Очередная победа, это очередная победа над старостью. Не верьте старость, это всего лишь цифра в голове. Всем удачи, занимайтесь спортом. За сколько вы пробежали? 1:37. Полумарафон 21 километр. Просто нереально. Я сам бежал первый раз 10 километров. Вот этот человек обогнал меня на полтора круга, 56 лет. То есть вообще просто нереально молодец. Он бежал и всегда впереди меня, и такой поднимал руку и говорил, что давай, 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 молодежь, вперед, вперед. Так что поздравляю, надо мотивироваться вот именно вот такими людьми, которые постоянно идут вперед, показывают своим примером детям, чтобы они не ели шаурму, не ели бургеры. Еще дайте пинка себе по старости. Правильно. Спасибо, спасибо вам, удачи, творческих успехов, побед. Всего доброго.